В Вологде выясняют, из-за чего мог взорваться газ в жилом доме. ЧП произошло ночью в одной из квартир пятиэтажки. Там, по предварительным данным, проводили ремонт. Нарушено потолочное перекрытие, но угрозы обрушения нет. Дом отключили от центральной системы, а всех жильцов, 90 человек, эвакуировали. Для них организовали пункты временного размещения. По информации МЧС, один человек погиб и трое в больнице. Газовики сообщили, что незадолго до взрыва здание проверяли, но в квартиру, где случилось ЧП, попасть не смогли. Ужас.